Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что же, задание за зомби будем добивать, так уж и быть. И у нас незаменимый король, то есть орех в доспехах. Я не знаю, будем ли мы играть супермозгом, или же нам сразу взять с тобой разгрома. Или же даже замеха. Но если брать замеха, то нужно посмотреть его колоду, как она состоит. И я тебе скажу, что состоит она не лучшим образом. Потому что, например, мы можем с тобой вот это вот убрать, а вот этого, например, добавить. Так, этот зомби у нас на первом ходу получает 3 к атаке. Рестлер, я не знаю, нужен ли он нам, не нужен. Пускай пока будет. Так, плевки, купидон, лего. Можно взять, конечно, вот эту вот карту. Наносит 1 единицу урона всем. И получается здесь бородач, пират. Или же оставить как есть пока. Ладно, оставим пока как есть. Выберем и попробуем сыграть за него. Ну, во-первых, чтобы понять, какая у него колода, ну, из чего приблизительно состоит, нам нужно с тобой сделать пробный бой. Убираем, так, тут тоже меняем. И спортсмен. Я его оставлю, мне дали неплохой, кстати, ударчик. Хорошие и плохие новости. Во время этой миссии растение-герой получает плюс 1 карту. В начале хода оно получает плюс 2 единицы урона. Здорово просто. Зашибись. Но мне пока нечего тут поставить. То есть он получает карту, и она еще и получает урон. Здоровски. Лучше, блин, не придумаешь. Ну давай я поставлю сумоиста здесь для начала. Так. Блин, переместить, зачем? Он знал специально. Он знал, что будет именно так. В общем, мы пока обмениваемся ударами. Угу. Вытягивать будут каждый раз карту, что ли? Ну это же нечестно. Это же так нечестно. Угу. Нам дали зомби в доспехах, да, который имеет 5 и 5. А вот с этим-то что делать? С этим, потому что он сейчас будет усилять его. Как нам быть? Теперь вот я сижу и думаю, как нам теперь быть вот против этого? У меня нету здесь. Да он сейчас тут наберет столько карт себе. Офигел, что ли? Слушай, по идее, вот этот же спортсмен получается, да, у нас? Вот этот же спортсмен, он должен получить тоже бессмертие. Да. Точнее, это не бессмертие, а неуязвимость. Ой-ой-ой-ой-ой. Трындец какой-то. Ну что же, атакуем. Нам нужно его ушатать как можно быстрее. Так, есть у меня 1 идейка на подходе. У нас 5 энергии. Так, здесь 1 единица энергии, здесь 1 единица энергии, да? Значит, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Поехали. Задумался. Арахис влепил. Смотри, что теперь я хочу здесь сделать. Применяем с тобой. Так, 3 единицу и 1 каждому, да? И 1 каждому. Поехали. Так, этот минус, да? Эти получают по 1 урону. Этого мы с тобой давим. Так, этот пока у нас неуязвим, так что беспокоиться не стоит. Пока беспокоиться не стоит. А вот теперь уже будет немножко опасно. Ага. У меня есть вот такой вот зомби, который наносит 1 единицу урона всем. Каждому растению и зомби. Я его поставлю вот сюда. То есть этих мы 2 сразу можем снести. Поехали. Если, конечно, его сейчас не подобьют.
Если его, конечно же, не подобьет этого зомби у меня. Кислотного, или я не знаю, как его назвать. Ты смотри, что творит, а? От жучара, ну... Ну как так-то, а? Бамс. А, ну он же должен получить урон, чтобы... Понятно. Хитро. Ничего не могу сказать. Ну и карта у него там в руке, а? Так, дальше мы с тобой можем сделать следующим образом. Поставить вот этого зомби, предположим, да? Поставить этого зомби сюда, напротив этого растения. Нет, лучше я сделаю немножко по-другому. Вот так сделаю. И вот так. Ну что, смотрим. Я надеюсь, он не будет его улучшать. А то будет трындец. Герой становится неуязвимый. И он опять вытягивает карту. У него 6 энергии. То есть карта, посмотри, сколько у него в руке. Оу, ноу, ноу, ноу. Блин, друзья мои. Офигеть, минус вот этот отряд. Так, одну единицу урона всем. Ах ты, паразит. Ты понял, как он разыграл все это хитро? То есть он уничтожает вот этих всех. На тебе. А, неуязвимость же у него. Совсем забыл. В плане, а че он сдался-то? Он сдался, друзья мои, сам. Просто сам взял и сдался. Хотя это играет нереальный человек. Это у нас задание, как говорится. И он сдался. Ну, видимо, понял, что ему хана или черт его знает. Друзья мои, мы переходим с вами на вторую миссию. Я не буду пока брать за меха. Я возьму, наверное, все-таки здесь нашего супермозга. Поиграем за него. Надо посмотреть, кто здесь. Ага, зубостезила. Ну, помните прекрасно, да, что против нее довольно просто играется. Но здесь у нас условия определенные в этой игре. Так что легкой победы здесь не будет. Как всегда, он тянет карты. Да, я понял, что он вытягивает карту каждый ход и так далее и тому подобное. Ну, поставим вот этого для начала. Уничтожает зомби сразу же, представляешь? Потратил свой суперудар. Ну, говнюк мелкий, а. Так, ну что, следующий будет вот этот зомбарь у нас. И мы его выставим. Опять добор карт идет у него жесткий. Поставим сюда. Так, он ничего не стал делать. Как ни странно, наносим одну единицу урона. Будем потихонечку с вами улучшаться. Так, а дальше, я думаю, поставим с тобой вот этого щекотуна, я его называю, потому что он своей рукой длинный. Такое ощущение, как будто щекотит. Опа! Это нехорошо, парень, это нехорошо. Мы его заморозим сейчас с тобой. Вот так вот. Поехали. Пощекотали. Бомбанули. 3-4 уже стал, да? Угу, интересно. Мы можем поставить вот эту барышню, но она на ландшафте получает 2 плюс 2. При появлении. Так, рикошет. Ага, рикошет ландшафта и всех растений здесь. Но это должен быть на ландшафте, да, он находится. Ну, давай я сюда его поставлю. Сейчас мы с тобой посмотрим, что он сделает. Ага, этот усиливается. Подсолнух позвал. И этот усиливается. Так, ну, предположим, мы этого с тобой уничтожим. А здесь мы можем с тобой сделать... Погоди-ка, что там у нас? А, кого уничтожить? Ну, давай уничтожим вот этого. А здесь мы с тобой нанесем бонусную атаку. Да? Да, мы сделаем с тобой так. Поехали. Так, 4 в лицо мы ему дадим. 3 хп остается. Ну и как ты понимаешь, да, у него сработает защита на следующем ходу. То, что нам дали менеджеры, это классно. Так, ну я сделаю, наверное,
Вот так. Что-то мне подсказывает, что он сейчас вызовет зубостезилу, легендарную эту карту. И вот сюда он ее... Нет, подсолнух поставил, смотри-ка. Опачки. Так, ну предположим, он уничтожит, да? Хотя нет, он два раза бомбит. Да, он уничтожит меня. Потом у него сработает защита. Ну-ка посмотрим, что здесь вообще произойдет у нас. Подсолнух мы уничтожим, понятное дело. Он мне уничтожил зомби. Про что я тебе говорил, все зомби на земле. Так все, тебе крышка, парень. Тебе крышечка. Зубостезилочка. И не помогло тебе даже добор карт. Я боюсь представить, что будет в конце, когда мы с тобой встретимся с боссом. Они и так сами по себе сложные, да? Так, плюс при этом он еще будет набирать каждый ход карты. Незаменимый король. Так, у нас с тобой третья миссия, поехали. Если супермозг не справится, то я боюсь, никто не справится. Опа-на. Ты понял, как он начинает игру? С двумя хилами, сразу же. С двумя хилами. Чтоб его. А почему у него здоровье не 20 единиц, а 18? Орех в доспехах начинает игру с двумя дианеями. Зомби зовут этих созданий мухоловками. Да-да, это так и есть. Это не то, что зомби их называют, а они на самом деле мухоловки. Зачем я сейчас пропустил ход? Зачем? Я же... А, ну, в принципе, у меня не хватает энергии. Восстанавливаю себе здоровье, мы получаем урон, причем лютый, сразу же. Что-то как-то лихо началось все. У меня опять нету хода, да? Что-то как-то вообще не то. Вот вообще не то, понимаешь? Да это мне не нужно сейчас, ё-моё. Что-то меня тут расписывают жестко. Да карты, сам понимаешь, в руку вообще какая-то ерунда зашла. Че, он никого сейчас никого не сможет поставить, да, получается? А я кого поставлю? Ну, давай вот сделаю так. Хила у меня здесь, к сожалению, нету. Смотри, что творит, а? Он поставил еще мину сюда. Он еще влепил сюда мину свою паршивую. То есть мы проиграли. Проиграли. Трындец, конечно. Просто трындец. Да ты запарился своими минами-то здесь уже, а? Орех вшивый. Да что мне это? Мне это никак не поможет вообще. Ребята, расписали, короче, меня здесь. Что это? Что это за рука у меня такая была? Извини меня, вот, ну... Одни заклинания. Нафиг это нужно? Давай разгрома возьмем, попробуем за него сыграть. Хотя можно было бы и за Зимеха попробовать. Давай-ка мы, наверное, попробуем за него все-таки. Зимех, надеюсь, меня здесь не подведет. Вроде колода у него неплохая. И есть кого нам поставить. Шар есть. Так, вот здесь поменяем. И вот здесь поменяем. Практически имба. Практически, ребята, имба. Так, ну что, да я знаю, что он там начинает с мухоловками. Да все понятно. Плюс 4. Это ты, конечно, круто придумал, парень. Это ты круто придумал. Потратил, так сказать, да? Одно из заклинаний. Два в лицо получим. Предположим. Спортсмена. А, у меня две энергии всего. Ну что, поставим, наверное, нашего злюку сюда. Поставим злюку. Ага, мину. Я совсем забыл, что у него эти мины плешивые здесь есть. Сейчас взорвется. Бамс. Все, гаденыш. 100% еще одна мина у него есть в кармане. Как пить дать. Но мы можем его заклинанием, в принципе, уничтожить, если захотим. Да? Если захотим. А мы хотим. Поэтому делаем вот так. Ох ты, отлично. За нолик. Это очень даже неплохо. Блин, как-то не вовремя ты сюда влепил свою вот эту вот ерунду.
Так, ну чё? Атака, да? Уничтожаем, этот сохраняется. Так, здесь обмен. Ну, теперь поехали. Так, если я вызову вот этого зомби, у нас сразу карты станут дешевле, в разы. Так, попробуем. Что он будет выставлять? Крокодильчика. Ну, его-то я уничтожу сейчас. Блин, зачем ты сюда передвинулся? Я могу еще, кстати, плюс 2 к здоровью. А надо ли нам это делать? Плюс 2 к здоровью всем. Не совсем уверен. Этот-то подрастет, понятное дело, по атаке. Скоро защита еще сработает. Как всегда, неуязвимость будет влеплять. 100% я тебе говорю. Ну и мы с тобой, наверное, сделаем. Если я сюда поставлю, да, попробуем. Этот уже отсюда никуда не убежит, к сожалению. Захочет поелозить, но ничего у него не получится. Ну что, попробуем. Ему вот этот зомби, наверное, 100% очень сильно мешается. Он не знает, как бы его уничтожить. Думает. Он взял еще одного, поставил. А ты посмотри. Так, ну что, мы с тобой можем... Хильнемся. Ну, вот таким вот образом. Что, понеслась? Сейчас защита сработает. 100%. Да, как-то грустновато немножечко. Это, конечно, хорошая карта, но мне ее некуда поставить. Можно применить, конечно, эволюцию. Эволюцию можно применить. Нет. Вот сюда все-таки я сделаю. 4-5. Поехали. Кого он сейчас выставит еще? Мне вот интересно знать. Уничтожает зомби на земле. А я так и думал. Ему же нужно нанести 8 урона, да? И повесил на себя неуязвимость. Говнюк мелкий, а. Так, этого уничтожаем. Урон бесполезен. А у нас 10 хп остается, всего лишь. Так, мне дали психа. Сюда поставим его. Блин, 7 урона нужно нанести. 7. Если в совокупности, то у нас есть этот урон. Но он сейчас 100% кого-то сюда влепит. Видишь, что делает? Опа-на. Слушай, а немного ли у тебя вот этих цветочков, а? Парнишка, немного ли, я тебя спрашиваю, у тебя этих цветов, блин? Господи, помоги мне, поехали. Так, предположим, этого убирают. И здесь тоже убирают. У меня с картами проблема. Причем огромная. Давай сделаем с тобой вот так вот, вызовем спортсмена. Может, он там хорошую карту даст. Нет, не очень хорошая карта, но тем не менее 4-1. Это тоже неплохо. Поехали. Сейчас будет, наверное, газонокосилками своими бомбить здесь. 3, 5, 9 урона можем нанести ему. Естественно, вытягивает карту. Чего там? Двоих убира... Прикинь? Вот тупырь, а. Так, что мне тут? Зомби получает плюс 5. Конечно, хорошая карта, но зачем она мне сейчас? Офигеть, этот гриб судьбы. Так, 3 хп. А, так у него, ребята, с каждым ходом теряется здоровье. Вот оно, в чем суть. Почему? Я думал, что он тогда сдался. Нет, он не сдался. У него просто закончилось здоровье. Вот оно что. Ох, зря я вот эту дорожку оставил ему, да? Он же ведь может сейчас поставить сюда растение.
Но если он поставит сюда растение, у нас есть шанс. Блин, нету шанса. Опять хильнется. О! Все, труба. Уничтожит мне этого зомби. Что бы я тут, конечно, не делал. Я, наверное, вот так вот сделаю, ребят. Офигеть. Да, сейчас еще вот этого уничтожит он мне. Вот говнюк, зубастизилу свою достал. Где ты ее выудил-то, а? Где же ты ее выудил? Объясни мне. Давай, наверное, вот так вот сделаю. У меня больше карт нету. И всего 4 хп. Он сейчас вот сюда кого-то поставит. Вот на эту линию. Но я бы поставил. Потому что мне прикрыться не... Да иди ты, блин, в пень. Ну что вот он творит, а? Все, ребят, ну тут понятное дело, да? Ну еще одну единицу урона. Я могу, конечно, ему в лицо прописать. Но это никак не спасает. В общем, меня здесь разбомбили. И все такие вылезли. Нет, чтобы вот здесь кто-нибудь вышел с одной хпшкой. Пускай там 10 атаки, но 1 хп. Так нет же у него, видишь, как все вышло. И в лицо бомбить нет смысла, понимаешь, о чем я. Все, 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 тут нам кранты. Вот этот тут просто нас добьет с вами. Если бы здесь была бы хотя бы одна атака, я бы бил бы в лицо, чтобы на следующий ход он просто проиграл. Но здесь нереально было сделать. Нет, Займех очень хорошо себя здесь проявил. Очень хорошо, я никаких претензий к нему не имею. Но я попробую, наверное, все-таки сыграть за разгрома. Я офигею, как он меня сейчас тут надурил, а? Легендарную карту просто выставил, и все. И все пошло наперекосяк, абсолютно все, сразу же. Так, вот это, кстати, хорошее заклинание, очень хорошее на самом деле. Мы можем уничтожить сразу все эти цветочки. В принципе, очень даже неплохая рука. Тут еще у нас есть и призрак. Да я знаю, видишь, он 2 единицы урона получает каждый ход. Но он сейчас восстановит себе здоровье. Блин, да чтоб тебя, а? А где, интересно, у меня находятся эти, как их звать-то? Флакончик, который уничтожает все растения, которые ниже двойки. Ниже двух атак. Так, подожди-ка. Пропустить ход, может быть, а? Или как лучше сделать это здесь? Может быть, так и вот так? Ну, как вариант, ребят, как вариант. Просто пробуем все с вами. Все, что можем. Любые способы. 2 в лицо. Так, у нас с тобой... Ага, 4 или меньше. 4 или меньше. Давай вот этого уберем отсюда. Так. И одно в лицо. 13 хп всего лишь у нас. 13 хп. Так, можем выставить вот эту карту. Оставить этого вообще без атаки. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Мину влепил, да? Блин, еще одно это растение. Твою же налево. Ну, естественно, уничтожат мне зомби это. Понятное дело. Так, этот, по крайней мере, без атаки остался, да? Что-то у меня с хилом вообще как-то не идет дело. Здесь мы с тобой сделаем следующее. У нас 4, да? 4 энергии. Тогда, наверное... Блин, как лучше сделать-то? Давай так сделаем. Да ты заколебал. То это, то это, то это, то это. У него все есть, блин. Этого уничтожаем, короче. Теперь вот так сделаем. Этих двух тоже убираем отсюда. Давай, давай, и этого тоже прихватывай. Вот так вот. Поехали. Мне нужна хилка, понимаешь, хилка. Где мои зомби-хилища, я не могу понять. Куда они все пропали-то?
Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Карту хорошую дай, пожалуйста. Ага. И, наверное, вот так вот. Не забываем про зубостезилу, да, и про плюс легендарные карты, которые у него есть. Сейчас уничтожит меня сразу же. Как он меня бесит, а? Так, тут обмен. Два в лицо. Фараон мне выпал. Мне выпал, ребята, фараон. Так, ну что, с этим мы, наверное, вот так будем разбираться. И Колизей вот сюда поставим. Ну, ягоду влепил, да? Хиллера. Так, а мы с тобой поставим безумие. Поехали. Так, урон. Двойная атака. Раз. И два. У него 8 здоровья всего лишь остается. Да, баллончик, ты как-то запоздал, если честно. Ну что? Подожди-ка, в плане. При нанесении урона герой получает здоровье. А здесь у нас что получается? Получает плюс 2, плюс 3 и способность безумия. Ха-ха. Ну давай, попробуем. 8-9. Сейчас сюда влепит 100% свою. 4 или выше. Да ты запарил уже, блин, а? Со своим грибом судьбы. Герой становится неуязвимым. Кто бы в этом сомневался? То есть он мне 3 пропишет, а я ему нет. Где мои карты с хилом? Объясните мне, пожалуйста. Я их не вижу. Что вы мне даете? Каких-то шитоголовых, я не пойму. Так, ладно. Давай вот так вот сделаю. В конце-то концов. Но. Что-то там задумался опять, а, орех? Нет, 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 не получится у тебя уничтожить его. А, получи. А почему? 3 или меньше, понятно. Что, мы сфейлимся, что ли? Или у нас все-таки защита сработает? Сработало. Конечно, хиляемся, ребят. Это не обсуждается. Так, мы еще урон, да, нанесем? Нанесем, да, 2 единицы. Вот сейчас нам нужно с тобой просто продержаться. Так, этот баллончик уничтожает 2 или меньше. То есть мы с тобой вот этих сразу уничтожим. Остается нам поставить сюда зомби. И вот сюда. Поехали. Короче, все, крышка ему. Да пускай кого хочет тут уничтожает. Мы сейчас с тобой смотри, что делаем. Применяем вот этот баллончик. Вот эти все уничтожаются. Абсолютно все. Смотри. И атакую. Вот и весь орех. Блин, нервирует меня просто. Просто нервирует. Ну, главное, что мы его победили. Так, сколько там еще боев-то у нас впереди? Еще 2. Ну, и кто же у нас тут будет? Покажите мне, пожалуйста. Вспышка на солнце. Почему-то я даже не удивлен, не громульки. Так, вспышка на солнце, меняем. Заменил тоже мне. Так, вот это я, наверное, оставлю. Ну что, начнем с нашего чудика этого. Да это все понятно. Вытягиваем карту. Угу. Подрывник. Так, он берет сразу же преимущество по энергии. Потому что уничтожает зомби, ему плюс 1 к энергии добавляется. Автоматически. То есть у нас получается 3-2, да, разница? Угу.
Так, смотри-ка. Смотри-ка, в принципе, неплохо. Если он сейчас поставит сюда кого-нибудь, будет очень даже хорошо. Но он влепит, естественно, куда угодно, только не туда, куда нужно. Да-да-да, ты просто зря просвистел. Дальше что мы с тобой сделаем? Дальше мы с тобой сделаем вот так вот. Я не хочу получать урон. Ой-ой-ой-ой-ой, виноградина. Все это у тебя есть, а, за серия, а? Ну ты посмотри. Вот так вот сделаем. Чтобы нам не погибнуть. Два в лицо, этого уничтожаем. Так, теперь вызываем йети. Нет, не йети мы будем с собой вызывать, будем вызывать хиллера. Вызовем. Или все-таки йети лучше. Давай йети позовем. Потому что он все-таки может нам дать хорошую карту. Ну вот, видишь, например, панка дал. Со скунсами. А он уничтожает зомби на земле своей газонокосилкой. Паршивец. Естественно, уничтожает, потому что он боится. У него уже с каждым ходом здоровье все меньше и меньше. Так, йети уходит в карман. 5-6 преимущество. Блин, я боюсь сейчас выставить свои легендарные карты, а. Так, ну что, мы можем с тобой сделать. У нас 5 энергии. Вызовем вот так. Вызовем вот так. Поехали. Да кто бы сомневался-то, а? Ну кто бы в этом, блин, сомневался, что вызовет как раз вот эту вот чувырлу. Плохо. Все, друзья мои, очень плохо. Нам надо как-то выживать. Если я хильнусь. Попробуем так сделать. Он перекроет мне, да, его сейчас? Он мне сейчас его перекроет. И на следующий ход ему крышка. Ха, ты жук. Ну ладно, тебе еще два урона мне в лицо, блин. Что мне там? Хил выпал. Хиляемся, ребята. Нам прожить бы, и все будет хорошо. Так, мы получаем 9 урона, а он... А он погибает. Ну, погибает или нет? Да. Фух, я уже замер, думал, почему не срабатывает. Ну, 2 единицы урона у него каждый ход, ребят. Оу. Так, ну что же. А вот он, незаменимый, блин, король. Так, мы... Его бомбили обычно кем? Супермозгом? Попробуем, посмотрим сейчас. Что ему там надают? Вообще ничего не дали, странно. В принципе, ну вот это, наверное, можно поменять. Во, идеально, можно так сказать. Еще и карту можем вытянуть. Ну что, внимание на старт, побей босса. Так, орех в доспехах начинает игру с плюс 10 единицами здоровья. И колоды с картами, часть которых заражена способностью неразбиваемой. Но не стоит бояться. Не стоит. В плане неразбиваемой. Это что за... Это что за карты такие еще? Неразбиваемой. Я с такими не встречался. Так, выставил, да? Сюда. Ладно. Попробуем справиться с ним. Блин, надо было брать разгром. У него уже отхил есть, а здесь нету никакого хила у нас. 2 энергии, да? Давай вот так все. Я сюда поставлю. Так, плюс 4 перемещает. Куда он его перемещает? Понятно. Нашел, да, лазеечку? На-ка тебе. 3-3. Так, что у нас вот это делает? Наносит бонус на атаку при появлении зомби, да? А если я вот так сделаю? Ты достал, а? Как же ты заколебал? В общем, ребята, здесь уничтожаем этого. Добьем чуть позже. А как мы его позже добьем? Не знаю. Ты вообще такой сказал, что мы его позже добьем. Можем, конечно, сделать бонусную атаку.
можем сделать бонусную атаку. Если я вот так вот сделаю, пропускаем ход. Да блин, ну что ты, ну все время эта срань появляется. Так, две энергии нам в плюс. И мы с тобой что можем сделать? Бонусную атаку, да ведь? Ну это как вариант, ребята. Лучше сделать, лучше сделать атаку. Так, и вытянем с тобой еще две карты. В принципе, неплохо. Два в лицо получим, этого уничтожим. И два в лицо получит орех. Угу. Так, что у нас тут? Мы можем вызвать чумного. А можем сделать вот так. Поехали. Поставим сюда и поставим вот сюда. Кого он сейчас влепит и где, самое главное? Понятно, уничтожает зомби. Как ты мне дорог, а? Как ты мне, блин, дорог. Ну чё, получит 3 в лицо, да? Защита сработает, 100%. А вот она. Чё, неуязвимость, нет? Скорее всего, неуязвимку он взял себе сейчас. Трубочист. Так, 10 хп всего лишь остается у него. 10 хп. Так, поставим сюда вот этого вот. И пока никого. Больше никого пока ставить не буду, ребят. Если что, есть у нас беспилотный бесенок. Я так и думал. Я так и думал, что он что-нибудь влепит. Ладно. Жалко, конечно, что мы получим урон. Так, одну единичку влепили. Этого убрали. Этого убрали. И сейчас вот этого уничтожат. Угу. Кстати, вот это уже хорошая карта. Вот это уже карта хорошая. Поставим сюда. И поставим с тобой вот так. У него всего 7 единиц здоровья, как ты видишь. Вот этой чушке не жить по любасику. Даже если она мне... А, ну так-то понятно. Так-то конечно. 6-6, да? Еще неуязвимость получает. Блин. Как он заколебал своими этими орехами, а? Так, здесь должна появиться новая карта. Слушай, подожди, он, по-моему, сейчас нанесет атаку, ведь так? В конце он будет добивающую атаку делать или нет? Я вот не помню. Будет. Ну и что? Вызвать менеджера. Вызови менеджера. Что он нам там подкинет? Усы. Блин, я не знаю. Я не буду пока ничего делать. Ему надо здесь заставлять все. Нашел, да? Плюс вытягивает опять карту. Сюда поставил крокодильчика. Так, а у меня беспилотник может на воде находиться или нет? Не может. Четыре в лицо мы с тобой получим, да? Получается. Ну-ка, давай посмотрим. Тут круто обменялись. 4 в лицо. Так, это мы, наверное, сохраним. У нас всего 8 хп. Всего лишь 8. Я могу себе здесь только лишь одно позволить. Так. И вот так. Пропускаем ход. Господи, а? Как напряженно это все. Хорош, блин, два крокодила влепил сюда. Все, ребят, по-моему, приплыли. Да, тут ничего мне не поможет уже. Никак. Мне не хватило... А, подожди-ка, заморозка есть. А, ну что она мне сделает? Ну что, я заморожу.
предположим, да? Хотя, подожди-ка. Блин, здесь-то не получится пробить. Здесь кактус нанесет 4 урона, да? Нет, не получается, друзья. Как бы ни крутил я, не выходит. Проиграли, к сожалению, друзья. Проиграли. Я пытался, но, видишь, неудачно все выходит. Беспилотник, это... не вариант. Этот тоже бесполезен. Шкала обнуляется. Да что мне эта шкала обнуляется? Бесенка вызвал. Бесенок может на воде стоять. Сколько он стоит? 1 единицу энергии. Давай попробуем его надурить. Если он сейчас вот здесь никого не поставит, то... может быть, еще и выиграем. Не, он влепил. Он все заставляет. Он специально. Он знает, что ему тут кранты. Еще и восстанавливает себе здоровье. Такой подхалим, а? Просто подхалим. Мне никак тут не выкрутится. Крокодилов тут всяких этих паршивцев набрал. Все, ребят, сдуваемся, короче, мы здесь с вами. Все, вот, вот эта зубостизила, которая уничтожает все мои растения, вот в нем проблема. Единственное, что мы можем с тобой сейчас сыграть за разгрома и попытаться наказать. Попробуем с тобой сделать немножко хитрее. Понимаешь, у супермозга все вроде бы хорошо, но он не может себя хильнуть. В принципе, неплохая рука на начальной стадии. Второй ход практически, да? Первого нету, но это не важно. Давай, давай, давай. Я знаю, как этого босса побить. Так, пропускаем с тобой первый ход. Выставляет этого шитика, ну, понятно. Бумс, получили с тобой. Дальше мы делаем что? Вызываем зомби в броне. Этот, он его, конечно, уберет сейчас. Он отодвинет, у него же есть пузырь, насколько я помню. Который, нет, смотри-ка, не стал. Очень странно. Я думал, что он уберет. Ладно, тогда мы с тобой сделаем еще хитрее. Так. Давай вот так вот сделаем. Так, уничтожаем, естественно, сразу же. Так, можно поставить... нет, безумие, я думаю, пока не стоит сюда активировать. Так, менеджер у нас есть, да? Он может нам дать карту. Но я, наверное, сделаю немножко по-другому. Так, и вот так. Тяни карту. Угу. Ну что, у него 4 энергии. Так, герой становится неуязвимым. У тебя, прикинь, он потратил неуязвимость. У него с картами вообще, по ходу дела, беда полнейшая. Сейчас мы вот здесь вот понизим атаку. Поехали. У него защита, да? У него защита, у гаденыша. Ага. Так, эволюцию я пока оставлю. Не эволюцию, а... блин. Че в плане? Погоди. У него же была уже неуязвимость. Какого лешего? Эй! Что-то я не понял юмора. Друзья мои, а вам не кажется, что это... это перебор? Это буквально в слове перебор. Потому что какая, блин, неуязвимость? От как... с какого, блин, перепуга 2 штуки? Это, извини меня, классовая специальность. Фига себе, блин. Офигеть, классовую специальность взял просто так и в первый раз использовал, и второй раз. Зашибись. Весело живем, ё-моё. Так, что нам тут надо сделать? Нам надо с тобой сделать эволюцию и уничтожить вот этого вот крокодила к ядрене фени. Чтобы тут не, не мотылял, не нервировал меня. Сейчас 100% поставят эту... как ее звать там?
зубостезилу эту. Она перейдет сюда и уничтожит. Да, и уничтожит как раз все моих вот этих вот растений. Жесть. Всех уничтожит просто. Ну. У него 9 хп остается. Что-то мне напоминает, уже как-то я такое видел. 9 хп остается. Так, мы можем еще ему немножко здоровье подпортить. Рикошет. Рикошет ландшафта. Блин, йети не хочется тратить здесь. Ладно, попробуем. Попробуем. Так, у него 7 хп. Ну, что ты там думаешь? Друзья мои, а вот это уже борзость, по-моему. Это уже борзость. Какого фига? У него 3 неуязвимости. Ну согласись, ну это трындец. С какого, блин, перепуга у тебя 3 неуязвимости? Ты что, оборзел, что ли, блин, орех, а? Какое еще перемещение, ё-моё. Я офигею с этого дебилизма. Просто офигею, блин. Да. Замечательно. Фигли, влепляй себе каждый уровень неуязвимость. Получай карты, живи, наслаждайся жизнью. Не, ребят, это бред. Вот хочешь вместе, хочешь... Нет, ну это же... Это бред. Ну, вызову я йети, да? Вызову, предположим, я йети. Вот сюда вот я его поставлю. Курица мне выпала. Мне нужна вот эта карта. Обязательно нужна вот эта карта. Поэтому пропускаем ход. Давай еще одну неуязвимость, а че бы нет-то? Че уж тут прибедняться? Каждый ход делай неуязвимость свою. Все. Ну посмотри, что творит, а. Так, уничтожаем с тобой вот здесь вот. Офигеть можно просто. Просто офигеть можно, ребят. Дурдом, натуральный дурдом. Ну и что вот ты прикажешь мне здесь сделать? Ну поставлю я его сюда. Кого он мне тут даст? Вот так вот, да? Ну и сюда я поставлю, да? И вот сюда. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Ну чё? Давай еще одну зубостезилу сюда поставь. Ну а чё бы и нет-то? Ты ведь можешь, орех, который играет, блин, не по правилам. Просто-напросто не по правилам. Нечестный бой. Восстанавливает здоровье, вытягивает карту. Правильно. Правильно, а чё бы и нет-то? Этим хана, ребята, будет. Я не знаю. Фигею просто с этого дебилизма. Понимаешь, просто фигею с этого дебилизма. Давай сделаем вот так вот. И все, мне больше нечего сделать. Короче, смотри, если он сейчас сюда кого-то поставит, мы его уничтожаем с тобой. Ах ты, гад, он хиляется. Он понял, ребята, что у меня есть чем его бомбануть, ты понимаешь? Я вот этого уничтожить собирался. Смотри, делаем с тобой вот так вот. И не хватит мне, да? И не хватит, чтобы его бомбануть. Потому что он отхилился в последний момент. Да, естественно, он меня разберет. А, нет, ребята.
Слушай, ну тогда ему крышка. Я думал, что он меня пробьет. Крышка ему. Все. Пока, орех. Ребят, ну я считаю, что это было нечестно. Извини меня. Три неуязвимости. Три неуязвимости. Это классовая специальность. Он их получил три. Это все равно, что я бы получал постоянно, там, я не знаю, отхил. Каждый ход. Мог хилять себя за одну единицу на 6 единиц здоровья. Офигеть. Но главное, что справились все-таки. Я боюсь даже думать, что дальше какие там будут для меня испытания. Потому что там взрыв бабах, этот супер-пупер картофельные мины выставляет. Конечно же, будем проходить. У нас, кстати, 161-я миссия. Остается всего лишь 39 заданий пройти. И все, и будет у нас пройдены зомбари. Но я думаю, что все легко так не будет. Ну, потом, конечно же, пойдем с вами на битву. Да, битву, где будем драться с реальными игроками. И там-то вы посмотрите, что такое жопраздиралово. То есть, меня там будут где-то буквально до золотой, до золотой лиги. Может быть, я еще буду более-менее идти. Да? Ну, а дальше, после золотой, я до алмазной еще ни разу не доходил. Потому что там очень сложно. Ребята там такие комбинации выполняют, что уши заворачиваются. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.